Что случится, если исчезнут все девочки на Земле? Таким образом, если 4 миллиардов девочек не будет, то мальчики останутся на произвол судьбы. Так как около 70% врачей – это девушки, и люди начнут гибнуть по всей планете. Также произойдет сбой во всей школьной системе, так как преимущественно работают учителями девушки. А также многие страны могут остаться без своих лидеров девушек. Люди, которые купили товар через интернет, но позже об этом пожалели. Девушка заказала в интернете вот такую футболку с таким ярким принтом, а ей пришло вот такое размытое непонятно что. Девушка заказала влажные салфетки онлайн, посмотрите, что ей прислали. Заказал кекс с кокосовой стружкой, а кокосовой стружки нет вообще и выглядит как сухарь. Если ты увидишь это, то немедленно беги. Прогуливаясь по лесу, вы можете заметить вот такие плоды и подумать, что это яблоня. Присмотрись к нему и запомни его, такой плод опасен и токсичен. Он может вызвать раздражение и химические ожоги. А кора этого дерева при сгорании может вызвать значительное ухудшение зрения. Шокирующие факты о снах. Через 5 минут после пробуждения человек забывает около 50% своего сна. Мозг человека во сне не способен изобретать лица, поэтому лица во сне являются реально существующими лицами. Около 12% населения Земли видят реально черно-белые сны.